повысить качество обслуживания, обновить автобусный парк и поддерживать транспортные средства в исправном состоянии. С целью выполнения этих и других социально направленных мер появилась необходимость пересмотреть государственные тарифы на автомобильные и воздушные перевозки, топливо и ряд лекарственных препаратов. Также определены новые тарифы на услуги по управлению твердыми бытовыми отходами, электроэнергию, поставляемую в сферу производства, ферросилиция. По данным Тарифного совета Азербайджана, стоимость проезда в автобусах и метро изменилась на 10 геопиков. Различные варианты предлагаемого изменения тарифов рассматривали с учетом таких факторов, как обеспечение более качественного транспортного обслуживания, согласование интересов сторон, предоставляющих услугу, с потребителем, обеспечение устойчивости и экономической целесообразности услуги. В соответствии с социальной политикой государства был выбран наиболее оптимальный вариант с учетом социальной направленности. Введение в эксплуатацию новых установок по производству дизеля и бензина позволило довести бензины марок АИ-92 и АИ-95 до уровня стандартов Евро-5. В связи с этим изменены тарифы на топливо. Так, бензин марки АИ-92 незначительно поднялся и с 15 июля текущего года будет продаваться по одному манату 10 геопиков за литр. Цена дизельного топлива составит 1 манат. Напротив, подешевел бензин марки АИ-95 отечественного производства после снижение цены на 40 геопиков. Тарифы на топливо Евро-5 составят 1 манат 60 геопиков за литр. Отметим, что многие страны уже не производят бензин марки АИ-92 и сокращают использование дизеля для защиты окружающей среды. В том числе инструментом ограничения потребления грязного топлива служит регулирование цен. Также тарифным советом утверждена верхняя граница цен на 115 новых госрегистрируемых лекарств. И для обеспечения надежности поставок изменен верхний предел цены на 62 вида медикаментов.